Привет, друзья! У нас прекрасное воскресное утро. Сегодня у нас запланирован поход на гору Аргаджек. Время 6:50. Вот мы вышли. Встали. Довольны. Идем проверять в машине масло. Вчера мы заправились. Ждем Катю. Итак, время 7 часов. Вбиваемся. Кати, вот она. Можно по ней часы сверять, в принципе, да. Ничего себе так. Так, мы продолжаем наш travel блог. Так, всем вот привет, они. Привет, подписчики, это мы. И сегодня мы идем на гору. Как она называется? Аргаджек. Или Аргаджек. Ребята, Аргаджек. Ну все, короче, мы грузимся. Время 7:02 почти. Из графика мы, конечно же, на минуту уже две отбиваемся, но ничего. Вот поедем мы на вот этой машине, а эту мыльницу мы оставим здесь. Ехать нам показывает 218 километров, 3 часа 17 минут от до поселка Жайма. Ну, посмотрим. Ну все, мы доехали, вот машины стоят. Мы здесь не первые. Ну и вот путь нам предстоит идти вон туда и в гору. 5 километров вот от точки отсюда по Maps.me. Вон ребята уже пошли. Здесь, видно, стоят золотари. Добывали золото, вымывали. Идти вдоль ручья. Ну, периодически буду камеру включать, видео записывать. Ну вот вершины даже не видно. Вот такая вот. Ребят, как настрой? Сань, дай табуретку эту сюда. Вова, стой, фотку сейчас сделаем. Так, мы прошли от дороги до начала горы. Уже появилась отдышечка. Ребята боятся. Я им сказал, что медведь крадет последнего. Никто не хочет быть последним. Поэтому последний иду я. Так, вот мы начинаем потихоньку раздеваться. Ребята сняли куртки. Тоже налегке. Практически. Ну, вот идем туда, в туманности Альбиона. Ну-ка, давай еще раз. Не пей, козленыч. Да, сейчас я пойду пасу. Голум! Голум! Ну вот так вот мы идем. Дорожка протоптанная. Ручей. Постоянно то по камням, то вот по корюшку какому-то. Ну вот. Дорога вот такая вот. Красивая, конечно. Водичка шумит. Пили воду. На вкус нормально. Фух. Все идут. Встретили людей внизу. Жгут костерчик. Не видно. От меня идет пар. Тут уже попрохладнее. Кислорода как будто бы меньше. А наверху вон камни, камни и камни. О, идем. Впереди туман. Позади солнышко. Очки запотевают от того, что дышишь. Уже прохладненько. Наташа, как твои ощущения? А впереди какая-то, как в страшном фильме. Самый страшный фильм. Вон там ребят догнали. Каких-то, ну, кто тоже отдыхает. Ну ладно, идем дальше. Итак, перед верхом вот такой подъем. Камни, курумник. Начинается еще примерно 1,5 километра до верха. И все, и вот крутой такой. От Наташи только рюкзак торчит. Собирает мох.
будет дома проращивать в аквариуме. Это я потом покажу в другом видео. А так красота, конечно. Ветерок здесь наверху. Мы уже попили чай, согрелись, куртки одели. Хвоей пахнет. Вообще красота. Катюха радостная, что выбрались. Но всем советую. Дальше включусь, покажу, что нас ожидает. Итак, вот мы практически наверху. Здесь вот такой вот туман. Вот такой вот подъем. Наташа нашла где-то себе палку. Лезет с палкой. Ребят уже почти не видно. Хотя между нами расстояние 25 метров. Ничего вокруг не видно. Вообще. На прошлых выходных ходили ребята, говорили, наверху был снег. Ну, посмотрим. Так, вот мы поднялись в гору, но хотим маленько пройти дальше, посмотреть, что там. Тут, да, вот такое плато. Ровненько. Все в кубках. Вот река. Ветер. Перчатки, шапки. Но ветер сильный. Пошли мы дальше вперед. Ну вот самый пик. Вот мы по карте. Все, там уже начинается спуск. Все, мы дошли. Ура! Когда ветер разгоняет туман, выглядит вот так. Это мы начали маленько спускаться, но сейчас не это. Было вот прям классно, когда вот прям ветер разогнал все. Вид, конечно, вообще отличный. Вот мы пришли вот оттуда. Петушки идут. Не захотели со мной идти. А я уже внизу, а они еще там. Чуть не заблудились, не в ту сторону пошли, с другой стороны горы оказались. Там ни ветра, ничего вообще нету. Тишина, спокойствие, красота. Мы такие, что-то тут не то. Давай смотреть по меткам, по всему. Помашите привет!